Ранцевые огнетушители, квадрокоптеры, воздуходувы. Дополнительная техника поступила на баланс ульяновских лесничеств в рамках нацпроекта «Экология». Все для обеспечения пожарной безопасности. Новую технику осмотрел губернатор в Новоспасском районе. Струя. То есть либо струя, либо распыление. В этом году в Ульяновскую область уже поступили 8 единиц спецтехники. Это лесопатрульные комплексы, грузовые и пожарные автомобили, а также оборудование, навигаторы, тепловизоры, резервуары для воды. В ближайшее время ожидается поставка метео и радиостанций. Коллеги, к 2024 году за 3 года достичь 100% отметки целевых показателей по лесовосстановлению и лесоразведению. Из-за жаркой погоды и сухих гроз в регионе резко увеличилось число лесных пожаров. Прошедшая неделя тому подтверждение. Пожары охватили ряд районов, а территория возгорания составила более 30 гектаров. В целом леса в регионе занимают больше 1 000 000 гектаров земли. Это четверть территории области. Поэтому охрана и защита природных ресурсов – важнейшее направление работы. Устройство минерализованных полос выполнено протяженностью 2050 километров. Это 105% от плана. Уход за существующими минерализованными полосами 5413 километров. Установлены стендов и аншлагов на противопожарную тематику 598. В настоящее время в лесах региона установлен повышенный класс пожарной опасности, поэтому пребывание людей ограничено. Ульяновским лесничеством поручено создать систему контрольно-пропускных пунктов по границам территории лесных фондов и организовать дополнительное патрулирование. Также на особый контроль поставили сельхозполя, так как в регионе началась уборочная кампания. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Управды ТВ.